Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал Мо Салим. Сегодня мы работаем над шумоизоляцией в автомобиле Kia Sorento. Автомобиль разобрали. Скинули потолок. Вот такая вот здесь красота. Была вата на крыше наклеена. Мы ее удалили. Сейчас все это очистим. Начнем клеить гидроматериал. Дальше пол салона. Небольшое количество шумки здесь есть. Но так как автомобиль очень объемный, в нем все равно шумно. Этого недостаточно. Двери. В дверях два кусочка снизу вот здесь и все. Едем дальше. Что у нас здесь? Вот такой вот кусок ребрухи заводской. Ее мы, кстати, оставляем, не удаляем. Все материалы будут наклеиваться поверх. И здесь то же самое. Ну что, обезжиримся сейчас и приступим к прокатке виброматериалов.